Третьяковской галерее побит новый рекорд. Выставка Айвазовского оказалась популярнее, чем экспозиция Серова. Об этом заявила глава галереи Зильфира Трегулова. По ее данным, картины известного «Мариниста» увидели уже 55 тысяч человек. В среднем это 5 тысяч человек в день против 4,5 тысяч за аналогичный период у Серова. Обращу внимание, что уже продано 109 тысяч билетов. Вход для взрослого стоит 400 рублей. И мы подсчитали, уже сейчас Третьяковка заработала около 40 миллионов рублей. Выставка продлится до конца ноября. Кстати, теперь никаких очередей. Билеты продают по интернету на несколько дней вперед и по сеансам, прямо как в кино. По новому распорядку на выставку могут проходить по 250 человек раз в полчаса. Нахождение в экспозиции по времени не ограничивается.